Там в обороте состав. Почему? Ты Резда был учить, у тебя позу спускали. Там в обороте состав. Блять, что-то я разогнался. АЛС и РС забыл включить, если воздух спускать. Быстренько включи его. Хуя он там шипит, да, у него утечка по полной. Направление движение в ноль, ставь. Направление движение в ноль. Наш состав. 9, нажми. А, теперь вперед. Опачки. Смотри. А он чё? А, сейчас смотри. Неправильность бывает такая, что у тебя утечка воздуха вдруг. Так. В основном это из-за того, что ты не нажимаешь педаль, когда у тебя что-то пищит. Ну не что-то, а РС пищит. То есть смотри, все, что пищит у тебя в кабине, это РС. Понятно? Нет. Вот. А как же игла? А, РС... Ну, игла... Уже как-то не пищит у нас. У нас тем более на юбилейном иглы нет. Что поэтому... за хуйня с поездом? Это так. О. Давай, что он шипит, я сейчас скажу. Не знаю. Даже почему? Я, вообще, ну зачем этот компрессор? Зачем вообще эти ARS LS? Нафиг мне это все надо? Вот я тоже такой вопрос задавал, когда думаете. Если я тебе. Я понимаю, что делаю? Если я сейчас тебе расскажу, зачем это нужно, ты запомнишь это. Ну, я с вами, смотри, я могу компрессор выключить, и ты все равно поедешь, смотри. Но, я сначала там вот двери закрыть, что такое? Тролл, ну, тут что-то химическое. Ну, поешь, если я выключу компрессора. Но нужно включать компрессора. Ну, вот этим не зачем. Что это за звук? Понятно. Вот прям тарахтит как будто что-то, да? Так. Очень не травит, по-моему. Камерах не травит. Нет, травит. А, ну да. Блять. Стой. Так, съебись, пожалуйста. РС передерни. Я выключу, перекрыл там все. Ай, сейчас тебе скажу, что-то как. Окей. 3 или 5 секунд. Смотри. Даже пищалка не у тебя информатор это такая вещь, которая объявляет станции, объявляет закрытие дверей, объявляет спокойствие, здесь такое. То есть это связь с пассажирами, но посредством записанного голоса. То есть осторожно, двери закрывают, следующая станция какая-то, да? У тебя? Ты вообще, блядь, это сорвал. Не совсем информатор вообще. Это целый блок цифрового. Ну вообще ЦИК. То есть про цифровой. Ну короче, это шар говорить. Вот а видишь, что? У тебя слева там начальная станция управления, у тебя на юбилейном счете все автоматически действует. Он автоматически объявляет станцию, автоматически объявляет закрытие дверей и все такое. Вот. Но на других составах это, конечно, делается через кнопку. Ну потому что, ну так как у тебя блядь, вот не видно новейший ПВ, состав, вот. Тем более из Петербурга, в Петербурге там вообще почти что все на автомате. В заднюю кабину. Почти. Да, это для удобства. То на других составах у нас большинство тут московские, поэтому... Вообще куда-то в ебеня. Там все через кнопку делается. Ой, пока что мы на юбилейном, мы тут конкретно говорим про юбилейный, собственно. Значит, давай начнем для начала. Слышишь тарахтение, да? Ну, с дверьми потом разберемся. Давай так. Сначала слышишь тарахтение, да? Какое-то. Закаврить. Ой, ё-моё. А без звуков будет сложно. Все. Все, не травишь? Да. В депо сделай маршрут. Я тебе не могу. Опять, да сейчас, кто... потому что. Сука, кто там химичит, блядь? Потому что понимаешь, в чем дело? Когда у тебя воздух спускать, сделать, у тебя будет такое шипение, а ты его не слышишь. Как ты будешь узнать, хочешь у тебя воздух или нет? Кто нажимает? Мне кажется, профессионалы могут узнать, не слыша звук, знаешь, когда уходит воздух. У нас мотор-компрессор в промежутке. Уже играющий давно. Кто сейчас на пищалку нажимал? Ну вот, новички. Это не я. Новичкам приходится прислушиваться. Ребят, откройте, пожалуйста, из ПТО маршрут, а? То есть стою полчаса, пишу, никто ничего не отзывает. Мишмастер, а что это мы не здороваемся? Вообще-то я бы здоровался. Нет, я имею в виду вчера, я тебе говорил привет-привет, а ты вообще на ремонте. Значит. Как говорил, гратуйте. Ну ладно. Тогда здоровый. Не, а такое было. Короче, есть там свободные инструктора сейчас? Я занят сейчас. А что такое?
Я не пойму, либо кто-то в невидимке сейчас нас троллит, состав наебывает специально, либо у нас неисправность. Окей. Мы встали перед заездом ПТО. А что это такое? Вообще что такое-то? Перед заездом ПТО там стоит один состав на ЕЖ. Я вообще он без машиниста. Где машинист? Алло. Пумка. Есть только те, кто добавлен в состав. Ну, друзья именно. То есть я и Витя. Больше никого. Тут может админу не видим. Вообще уже у нас реформа, теперь любой может трогать. Ну не любой, а операторы и выше могут трогать состав теперь, наконец-то. Одна автоматика, блядь. Одна автоматика, ёпта. Какая? Какая одна автоматика? Резервное включение мотор компрессора. Вот здесь твои ништяки. Смотри, ты можешь закрывать двери на кнопку с клавиатуры. Блядь, вы заебали нахуй. Нажми русскую М. Включи его там. В третий случай. У нас и так МК бесперебойно работает. Смотри, ой, ё-моё. Да, потому что... А здесь у тебя не работает. Слёг почти лежит. А если мы сейчас сделаем так? Напор на магистрали. Услышал у тебя пищение? А, потом где закрылись, да? Ты не слышал пищание? Я хуею, блядь, господа. Ты говоришь, что слышишь, что не слышишь, потому что, блин, это важно. Слышал пищение? И да, уж шипение. Блядь, тут все автоматы в задней кабине на месте, что ты говоришь? Я уже все восстановил, потому что... ну ладно. Слышишь, как тут дверь хотя бы закрывались? Значит, вы уже включил. Значит, вы не переключил. Ты, блядь, перед ебалом у него ношусь, а он не видит меня. Ой, блядь. Ты смотри, слышишь, как двери? Как двери закрываются? Ну, послушай. Да ёб твою мать. Слышал? О, сейчас РС заработала. Так она и раньше работала. У меня нет, не пищала. Да, шипит. Это значит, двери закрываются. Ну, а вот, допустим... Сейчас опять, смотри. Сейчас поставим на 5. Разобщительный открой. Открыл я уже. Зашипит, не знаю. Пустите нас да. ПТО, пока слышишь? У нас состав исправился, дайте заехать. Слышишь пищание, АРС? Отлично, все. Нажми пробел. Сейчас. Ну ёбаный баран, нахуй. Так,